Всем привет, народ! В общем, я не супер какой-то геймер, но захотелось мне попробовать поиграть в игру Metro Exodus. К сожалению, параметры рекомендованные выше, чем у моего компьютера, но я все-таки хочу попробовать провести эксперимент. Сейчас вы видите, что у меня процессор i5 3570 без индекса K, не разогнанный, 3,4 ГГц, оперативки 8, Windows 10 64. К сожалению, здесь не видно, какая видеокарта, но я вам так скажу, что у меня GTX 650 Ti на 2 гигабайта. В общем, вот такие у меня параметры компьютера. Сейчас попробуем установить игру. Я ее уже скачал. И посмотрим, что у нас вообще получится из этого. К сожалению, я еще не разобрался, как вывести на экран потом вот эти вот FPS, так сказать, во время игры, чтобы показывало реальный. В общем, попробую этим тоже делом заморочиться. Знаю, что нужно какую-то программу поставить. И, по-моему, даже если не ошибаюсь, когда-то я ее, по-моему, и ставил даже. Ну ладно, сейчас пока приступлю к установке игры, а там дальше посмотрим, что получится. Установилась игра. Вступительный видеоролик, скажем так, 30 кадров показывает, что у нас есть. К сожалению, я не знаю, не разобрался, как снимать сам экран, поэтому, чтобы еще и был звук к тому же. У меня что-то проблема с микрофоном, в играх меня не слышат, не знаю, что за ерунда. Что-то с настройками звуковой карты. Сейчас разберусь с управлением в игре, что как, чему, кто. Но память показывает 2 гига потребляет. Температура видюхи 33 градуса. И 30 FPS. В общем, сейчас посмотрю ролик, немножко разберусь с управлением, что куда, как бежать, и посмотрим, что у нас еще будет дальше. Ну что, друзья, играть в принципе можно, но бывают моменты, когда игра конкретно подтупливает в том плане, что не вытягивает, и FPS буквально падает до 15. Сейчас он, когда в простых вот хожу я брожу моментах 45. Так. Ага. Что-то я тут не сильно разобрался. Зачем-то я костер потушил. 28-29 сейчас. Так, я научился тут включать зажигалку. И я заблудился, не знаю, куда идти. Ах ты гад, вот он. Так, пока у нас FPS 28 идет. Ну, в общем, друзья, так, до 60. Ой-ой-ой, быстрее бежим. Чувак, беги. Бей ему по морде. Еще. Ножом зарезал, все. Ну, в общем, друзья, пока играть можно. А там... Блин, падла. Что делать надо? Сам замочит или как? Что-то их много. Так, FPS 50. Тридцать два, 30, 29, 28, 29. В общем, FPS в районе 30-ки держится. Настройки по умолчанию. Возможно, можно где-то что-то уменьшить качество графики. И тогда будет все гораздо лучше. 28, 29, прыгает. В районе 30 кадров, короче, игра держится. Ну, на этом, друзья, пока все. Было мне просто самому интересно, потянет ли моя система эту игру. Если у кого-то аналогичная система, может быть, пробуйте, играйте. Возможно, да, в каких-то моментах будут более сильные провалы FPS при каких-то конкретных перестрелках, передрягах.